Сегодня мы будем с тобой сеять твою что любимую? Клубничку и земляничку. Так, сегодня мы будем вот такой сорт клубнички сеять. Она называется «Розовая мечта». Будет цветочки, будут розовенькие, да? И любимую нашу земляничку ремонтантную. Вот она? Да, «Лесная сказка» называется. И желтенькую будем сеять с тобой. «Золотой десерт». И вот. Да. Так, бабушка уже накрутила улиточку. О ней рассказывать не будем, потому что весь интернет рассказывает, как ее крутить. Да? Да. Мы с тобой в прошлом году крутили. Да. Такие улиточки. Ее очень легко сделать. Вот. Пошел процесс. Внук сеет свою земляничку. Как ты докладываешь? Вот так вот мы заполнили. Не я заполнила, внучек заполнил мой. Полностью все. Спасибо. Сегодня такой красивый день. Солнце. Вот сегодня 6 у нас февраля. Солнечный такой денек. Сейчас посмотрим мы наши результаты посева земляники. Вот, улитку. Посмотрим, какие они у нас сходы. Посеяны они были 30 января 2017 года. Вот. Вот такие всходы у нас появились. Посеяна у нас земляничка ремонтантная. Золотой десерт. Клубника. Маловато что-то взошло. Но так ничего. Вот за 7 дней я считаю, что метод нашей Юли Миняевой, которая научила нас всех вот крутить эти улиточки, я думаю, удался. Спасибо, Юле. Вот я считаю, что метод работает отлично. Она умница, труженица, нас научила этому всему. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем, как бы подсыпем немножечко земли. Как Юля нас учила, сделать просто такую присыпочку земляники. Вот, хорошо. Так легко. Вот, просто как бы немножко подсеем. Да, огурчик тоже рядышком. Он подсажен 26-го. Тоже его подсолим немножко. Как так. Насыпала прямо. Ай-яй-яй. Пальцы такие не будут. Здесь тоже немножечко подсолим. Чуть-чуточку. Очень хорошо они себя здесь чувствуют. Я им такую постельку сделала. Хорошо. Потому что на подоконнике, как ни говори, холодно. Они у меня на такой вот подложечке тепленькой стоят. Вот такие результаты. Будем дальше смотреть, что у нас получится.